я не представляю себе, как можно проснуться и не посмотреть в окно. А я просто, я когда сплю, но у меня в основном в комнате шторы всегда занавешены. Ого, и... ты их открываешь? Да. Окна как декорация в доме для использования штор. Окна для того, чтобы видеть мир изнутри. Окна для того, чтобы наблюдать. Я всегда утром, когда просыпаюсь, там делаю кофе или чай, и иду к окну, сажусь, и где-то полчаса просто пью там завтрак возле окна. И наблюдаю, как люди ходят, особенно либо мамочки с детьми в школу спешат, так смешно смотреть. Вообще люди такие все загадочные, какие-то вот полусонные. Вот так интересно наблюдать. Я в окно не смотрю с утра. А вечером? Вечером не смотрю. Ничего не вижу. Я остановился себя. Представляете, как здорово, когда смотришь в окно, а напротив сосед в трусах жарит картошку, и все видно. Окна открыты, на улице шум, а тебе хочется спокойствия, ты их закрываешь. Thank you.
night. So I fold it up and I flick it out. Cell phone seized to you, 'cause it didn't leave my room. But it always happened to someone else, the garbage man. Gotta say, dance to a different drum.
Изнутри все видно, а заглянуть нельзя. Люди очень похожи на окна. Одни закрыты, а другие открыты. Thank you.
Я всегда открываю окна, когда дождь, и тогда я очень хорошо сплю. А если заливает в окно? Не, ну мне не заливает. А здорово, когда снег, да? Когда сидишь дома, окна закрыты. Раньше, помните, все время клеили окна, я не знаю, заклеивали. Сейчас заклеивают окна. Не, ну сейчас же металлопластиковые, никто их не заклеивает. Ну, мы заклеиваем. Как вам сказать? Я вспомнила одну историю смешную. Приезжаем вечером, была теплая погода, и часто мы балконы, окна в основном оставляем открытые. И мы приехали вечером, понимаем, что мы не можем открыть двери. И мой папа пошел, как бы два балкона в стык. Он пошел через балкон, в общем, он перелазил, лез. Наконец мы дошли до самого главного вопроса, зачем же вообще нужны окна? Можно использовать как черный ход, ты их захлопнешь из двери. Thank you.
Школы Потоки представили окна города.